Знаете, налицо, как мне кажется, формальный подход. Да, как бы это не отключение, конечно, газа, но, наверное, предупредить людей в такой ситуации все-таки нужно. Ну и к другим темам. Вот это видео прислал нам телезритель. Видно, как стрела башенного крана зависла прямо над дорогой. Тут машины ездят и люди ходят. Красноярец рассказывает, такую картину уже не первый раз наблюдает на набережной возле Кица. Там строится торгово-развлекательный центр. Хотя на крюках и не висит никаких грузов, сам факт того, что над головой крутится башенный кран, вызывает опасения. Мы обратились в Ростехнадзор, специалисты говорят, никаких нарушений нет. Часть стрелы может выходить за пределы стройки. А вот если груз окажется за забором, это уже грубое нарушение. Такой беспредел нужно фотографировать и звонить в управление Ростехнадзора.